там выступали, на этом, значит, кладбище останки были перевезены из Китая в Москву. И что меня удивило, некоторые руководители монархических организаций распространяли вот эту книгу «Россия на взлете», которую вы написали, и я всем присутствующим рекомендую прочитать эту книгу, и не только эту книгу, которую написал уважаемый Владимир Вольфович. И вот буквально 3 дня назад многие монархические организации собрались на конференцию и обсуждали тему Грудинина. Вот эта тема очень серьезно начинает поляризовывать правое поле. Значит, Грудинин сейчас идет как представитель ПДС НПСР под лозунгом национально-патриотических сил. У меня предложение такое к вам. К вам будут обращаться в ближайшее время разные организации, там Михаил Налимов и так далее. Организовать круглый стол в Государственной Думе между консервативными силами России и представителями вот этого так называемого лживого совершенно ПДС НПСР, пригласить Грудинина. Давайте организуем этот круглый стол. Давайте вырвем у этих лженационалистов вот это наше значит, государственное знание. Спасибо. Вот такое предложение. Давайте хорошо. Значит, спасибо. На политическом поле могут возникать разные партии, движения, союзы. Здесь невозможно жесткого, так сказать. Вот вы левые, вы правые, вы центристы, умеренные, консерваторы, полупатриоты, сверхпатриоты. И, конечно, вот такие левые организации, они ищут, как бы увеличить свой электорат. И стали сейчас играть больше вот на таком националистическом поле. Это страшно, потому что они не являются патриотами и националистами. Они именно ищут электорат, чтобы остаться у власти и продолжать поддерживать коммунистические идеи. А коммунистические идеи, они против националистов, против патриотов, а уж тем более против монархистов. Мы как раз всегда выступали за все любые монархические организации. Мы хотим вернуть, значит, старый календарь, григорианский, а не юлианский. Посмотрите, весь христианский мир отмечает или празднует день рождения Христа 25 декабря. Мы 7 января. Разве человек может дважды рождаться? Это же чушь какая-то. Вернуться, а то в истории мы не можем понять. То дату пишут по новому стилю, то по старому. И мы не можем точно определить, когда же событие это произошло. Мы предложили вернуть старый имперский флаг, черно-желто-белый. Он лучше, чем сегодняшний, чем? Сегодняшний это Петр I для торгового флота ввел. Это флаг, значит, Керенского. Это флаг Власова. Но не Василия Власова, а генерала Власова. То есть он более такой, значит, неяркий. А черно-желто-белый уникальный. Такого сочетания цветов нет ни на одном флаге. Дайте нам по французскому сочетанию такое же. Чешский, сербский и так далее. То есть мы готовы все поддержать, что могут потребовать наши монархисты. И мы единственные требуем отмены статьи 282. Поставим на голосование в Думе. Все против. Коммунисты, единое, справедливое. Только мы за. Открываю программу Грудинина. Отменить статью 282. Ну, в наглую. В Думе голосуют против отмены, а чтобы привлечь голоса националистов, вставляют наши. Часть нашей программы в свою. Поэтому вы должны уже сами сейчас смотреть. Вы можете взять по интернету, посмотреть, как они голосовали. Христиан. Началось убийство христиан в Сирии. Мы вносим проект постановления в защиту христиан. Только мы голосуем. КПРФ против, единая против, стрелять. То есть это все. Вы должны учитывать. Давайте быстро. Коротко. Второе. Прошу. Дальше.